Здравствуйте, дорогие друзья! Мы, семья Тойгельдиных, представляем вашему вниманию рассказ о наших прадедах, героях войны, а также о дедушках и бабушке. Елена, пожалуйста. У нас 4 прадеда, двое из которых были участниками Великой Отечественной войны. Третий – Ващуткин Мочинай Ващуткинович, был тружеником тыла. Четвертый – Акушев Василий Акушевич, был ветераном войны. Он с 12 лет начал свою трудовую деятельность, так же, как и наша прабабушка Акушева Екатерина Тимиркаевна. Ей сейчас 92 года. Прадед со стороны матери Исиметов Минелбай Исиметович родился в деревне Сазово Калтасинского района в 1914 году. Как пишет газета «Ветеран Башкортостана», одним из первых, кто приехал в столицу, была большая группа комсомольцев из Калтасинского района нашей Башкирии. Это были простые парни и девушки, колхозники, жители сел и деревень. Они очень желали работать и были одними из лучших строителей метро. Из Москвы он ушел добровольцем на фронт. Вернулся в 1945 году с ранением ноги. У него было 5 детей, 9 внуков, нас 17 правнуков и 3 праправнука. Умер он в 1952 году. Элина. Прадедушка со стороны отца Тойгильдин Тойгузятл Тойгилденович родился в 1909 году, а умер в 1993. С 1939 года по 1940 участвовал в Советско-финской войне. В 1942 году был призван добровольцем на Отечественную войну, и в этом же году был курсантом Южноуральского пулеметного училища в городе Благовещенск, в моем родном городе. Служил в 65-й армии 14-й инженерно-саперной бригаде подполковника Габера. Ну, а наши прадедушка и прабабушка, мои дед и бабушка, были тружениками тыла, а затем их приравняли к ветеранам войны. Дедушка мой, Акушев Василий Акушевич, с 12 лет начал трудовую деятельность, как уже мы раньше сказали. Он тогда стал бригадиром в колхозе. А его будущая супруга, Катерина Тимиркаевна, она была коневодом. В этом же колхозе со своей подругой они в течение 5 лет ухаживали за лошадьми, которые трудились на полях, и некоторых лошадей даже отправляли на фронт. Дедушка с бабушкой поженились, всю свою жизнь проработали в колхозе, трудились на благо нашей Родины. У них тоже родилось 5 детей, много внуков, правнуков. Дедушке не стало, когда ему исполнилось 85 лет, а бабушка до сих пор в здравии, дай бог ей здоровья, ей сейчас 92 года. И еще один момент. Родной брат, старший брат моего дедушки, Афанасий Акушевич, пропал без вести на войне. Но в 1970 году пионеры города Луганск, нынешней Украины, нашли захоронение солдат. И в гильзе от пули нашли фамилию, имя, отчество и адрес нашего двоюродного дедушки. Но там было по-русски написано, когда отправили запрос в Башкирию, под таким именем он не числился в сельском совете, но потом сопоставили и нашли все-таки нашего двоюродного дедушку. Дед Василий Акушевич в свое время ездил в город Луганск почтить память своего брата. Вот такие наши прадеды, герои войны. Спасибо всем за внимание.